Приветствую вас. Я бы, конечно, хотел бы спросить, у вас для чего вам мужчину понимать? Зачем вы хотите его понять? То есть обычно, когда люди пытаются понять другого человека, это говорит о некотором недоверии себе, о некоторой потребности этого человека в том, чтобы ему дали какую-то опору, чтобы он мог опереться на человека. Вот вы, например, на мой взгляд, хотите опереться на мужчину. Вот. Ну, вы хотите через понимание его, да, прийти к тому, что между вами происходит сейчас. Ну, в отношениях. Но другое дело, что работает это немножко не так, и не получится у вас прийти к пониманию ситуации через мужчину, потому что мужчина может сам не знать того, почему он все это делает, например. Мужчина может сам не знать того, чего он хочет. Мужчина может сам не отдавать себе отчет в том, как он вас воспринимает. И так далее. То есть это все, к сожалению, более чем реально. И если вы хотите в этой ситуации иметь какую-то определенность, а я вас понимаю, что вы этого хотите, то, наверное, в таком случае вам имеет смысл не мужчину понять пытаться, а себя в первую очередь. И уже потом только мужчин, не наоборот. Вот. Так вы делаете себе только во вред, к сожалению. Так вы действуете себе во вред, к сожалению. Так что вот примерно такой ответ я могу вам дать. Примерно так я могу вам ответить на вопрос. Который вы задаете. У вас сложился с человеком определенный формат отношений. Человека такой формат отношений более чем устраивает. Человека такой формат человеку, точнее, такой формат отношений более чем нравится. Вот. И менять он, как уже, в общем-то, сказали мои коллеги, вот,
меня человек ничего не хочет. Ну, как бы, в принципе, ситуация вполне адекватная. Особенно если у самого человека, да, есть там девочка, например, есть уже партнер. Вот. Мы этого наверняка не знаем. Совершенно совершенно понятно, что мы этого не знаем наверняка, но я так думаю, что мужчина вас не заинтересован. Вот. К сожалению. Настолько, чтобы что-то делать. Ну, я имею в виду что-то делать, чтобы с вами быть в отношениях. Вот. Это вот то, что я могу вам сказать сейчас. Вот. Такой ответ. В принципе, на этом все. На этом, я думаю, можно закончить. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы сделаете для себя выводы. Какие-нибудь выводы для себя сделать. Вот, я надеюсь, что ситуация разрешится для вас, я надеюсь, что она разрешится для вас, но самым лучшим образом, так, чтобы вы все-таки не страдали, чтобы все-таки ситуация как-то вот то для вас максимально корректно была разрешена в данном случае. Вот, удачи вам, всего самого доброго.